решили с Новодником театр такой. Есть актуальный театр Ибрагимовский. Художник наш такой большой, великий. По 100 рублей, если каждый блин, нормальный пацан будет туда а идти, на мобильный какой-то. А где это будет театр? Ну, в интернете есть, он будет сделать. Театр? Виртуальный театр. А, виртуальный? Актеры вот вам нет? А мы там как бы актеры. Да? Это что, с театром? Ты как бы в театре. Ну что, театр, что ли? Не-не-не, не надо. Что это в интернете будешь смотреть, да? Можно ставить, можно. А если я в музыке? А. Или я, например. Смотрите скоро во всех кинотеатрах мира фильм «Хиапанка». Эти кадры из фильма «Хиапанка» считались утерянными. Они были найдены на студии в Тарках. Да, значит. Бой с тенью. Бой с тенью. Удар. Кулак, блок, бой с тенью, Скоро рассвет. Учитель ждет нас. Учитель, чему сегодня ты нас научишь? Ведра. Концептов. По сути дела, когда мы формируем означающий, мы формируем его в качестве пустого означающего, ничего не значащего означающего. И лишь потом присовокупляем его к какому-то определенному контенту или и формируя тем самым некий синтез между означающим и означаемым. В результате мы получаем некую единую структуру, которая, как предположительно, расположена в символическом. И в символическом оно безусловным образом формирует две важнейшие категории по Хайдеггеру – заботу и тревогу. То есть, если есть тревога, то соответствующим образом существует забота, что регистрируется как, в принципе, позитивный рефлекс организма. И напротив, если есть забота, то она может формировать некое тревожное состояние. Соответствующим образом эти две категории взаимообмениваются, ведут бытие к смерти. И тем не менее, у человека существует некий небольшой карт-бланш, в котором он может совершить некий экзистенциальный акт смысла постижения мира и придания ему некой целостности. Соответствующий акт является неким реальным политическим пространством, в котором мы существуем, соблюдая некие категории и критерии взаимоотношений, развивая взаимоотношения друг с другом с целью
развития художественной культуры Дагестана. Я ничего не ел сегодня. Надо же хавать, говорит. Да, надо. Зуб болит. Почему болит зуб? Зуб на то и зуб, чтобы болеть. Нами ты не такой, как шалопай, неестественный. От шалопая и слышу. Прекращай. Как там? А что там? Да, все нормально. Гамид, доставай, да что у тебя есть? Вот и батюшка ушел. Каждый должен находиться на своем месте. Да. Каждый должен сидеть на своем месте. А только можно про возвышенное говорить? В таких случаях, да. Низ обеспечен гением, да, самодостаточной и независимой в этом смысле слова жизни себя самого, которому в принципе и сказать тоже конспирирует ничего. Видно, какая часть проигрывается. То есть в принципе философия — это прекращение разговора. Может быть, через многие разговоры, но это на самом деле это вот это. То есть испытание себя перед лицом всего, может быть, перед лицом всего.